В нашем магазине существует достаточно большой ассортимент кота, и он как бы все время плавающий такой. То их больше, то их меньше. Я вот сегодня хочу вам показать одну представительницу, или представителя, не знаю, если это меч, из этого семейства кота, снабженную вот таким вот заплечным ремнем, который, в принципе, вот можно носить за плечом. Ну, одним словом, это не полноценное оружие, скажем, а больше сувенирное. Катана выполнена из стали, не знаю какой марки, но это именно сталь. Она не наточенная, то есть острие у нее тупое. Она может служить лишь как декоративным, скажем, таким элементом интерьера в восточном стиле, там, в японском стиле. Вот. Сделана достаточно она качественно, ножны полированные из дерева. Вот. Сам клинок так мягко в них ходит. В принципе, как украшение какого-то самурайского интерьера, такой предмет очень достойный. Поэтому заходите периодически в наш магазин, не ленитесь и смотрите различное оружие, в том числе различные катаны. Спасибо.